Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Ковпак. Я президент Российской ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Сегодня, в эти сложные времена всемирной пандемии коронавируса COVID-19, многие люди находятся в ситуации острого и хронического стресса. Многие испытывают на себе бремя тревожных и депрессивных состояний и даже расстройств. Нарушений сна, психосоматических реакций и заболеваний. Поэтому члены нашей ассоциации сочли необходимым поделиться своими рекомендациями и знаниями для того, чтобы помочь людям выходить из психоэмоционального стресса и уменьшить бремя той психологической и психической нагрузки, которая выпала на многих из нас, которая выпала многим жителям планеты в связи с происходящими эпидемиологическими событиями, экономическим кризисом, финансовыми обстоятельствами, возможной потерей работы и серьезным изменением дохода. Поэтому позвольте представить те рекомендации, мысли, технологии и техники, которые представят вам члены нашей ассоциации.